это глава. Давал это... душе мастерство, было похуяно. Ну, что-то есть молва, то, что шею можно будет перековывать в будущем. Да ты чё, я понять не могу. Это не в среду надо будет делать, драк. Ну, это в среду надо делать. Не в среду, Локи... по новолуние, да? Локи прикалывает бегать с 258 плачом, или ему за полгода он ни разу не выпал? Смоньте всех. Рефреймы включить, да, на всякий случай? Да, это стоит сделать, кладбонты на первом боссе в танке. Говорят, надо припота на броню жрать в ВВК или нет? Или все обманывают? Хуета все это. Что, да? Может, еще сапротики выпьем для этого? Сапрот да. Можно выпить на всякий случай. Кому, конечно, не жалко. Целых 200 голды. Вообще-то 300 попрошу на секундочку. Давай, не пизди. Ты видел, что там на алке творилось? Да это в первый день. Я даже камни переставил алкашные, чтобы потом не это. Это в первый день, когда всегда такая хрень. Расчет на тех, кто в рейд попал, а такой упадет саппорта. Чего? Чего, во сколько сегодня нет? РТ. Как обычно. Через нас 50? Рейд. Так что давай. Через иди час? Выжидай. Чего? Чё, я релог. Да, в 6 РТ. Все, ладно, я буду брать. А куда идем? В лес, по ягоды. Ну серьезно, блядь. Календарь. Перевернулась снова 3 сентября. Блять, у меня рейд и ВК, ебаный в рот. Через блядь. Минут 40 спроси. Ладно, хорошо, брат, давай. Каск бахнул, короче. Че, у нас там челы из БГ выйдут, нет? У нас на БГ. Холи Пау. Молодая, ДК. Красиво. И какой-то ДК. А чё, рыба будет, нет? Молод и красив, напиши в ПМ мне. Тебе там долго, недолго. Ладно, чё, знаете, за... вам. Рыбку, я навожу, да? В Долоране стоит. Угощу вас рыбкой. Через гильдию. Кто-нибудь саппорт по адекватной цене продаст? Да, я... 250. По дешевке 550 бери. Нет, я вот его... Я за 250 продам, давай обмен. Пусть с ним по-братски 450. Я лучше вот такой... Старый тебе бесплатно дам. Ну-ка давай, старый, забирай в ГБК. У меня есть, я с ГБ взял. А теперь возьми саппорт у нее бесплатный, положи в ГБ. Я с ГБ брал уже сегодня. Хпалу 100 очков. А кто у нас чужой? Ты кого зазываешь-то в рейд? Кого? Всех подряд. Еще раз шкаф поставьте. У нас тут ни одного чужого, все свои. Он только, блядь, гаджет посланец из ада, блядь. Так у нас же двоих нету. Хапалы и ДКшки. Так шифонеры поставили ради этого. Рядом нету только Пала в пятой группе и ДК. Все остальные здесь. Я Фисяу даже сумануть не могу. А он какой-то чувак в гильдии, что ли, слышишь?
первого босса без них не убить. Лучше сразу всеми вместе начать, чтобы наверняка. А если чувак, который вот-вот умрет, если его спать и кикнуть, засчитает? Ничего не засчитается. Да и хилить, и боб в случае чего дать, и лоха отдать. Не потерять никого по пути. Если его перед смертью кикнуть спать. Ну, в запущенном рейде все равно умрет. Ну, засчитает ли. Да, а чё мы дрочим-то? Сколько? Уже 5 минут стоим, 10. Потому что часть помощников решила, блин, пойти на БГ. И один из них не может от БГ отказаться. Прям страдает. Да у него тоже недолго. Топи вырывается. Ни одного ника в топе здесь не вижу. Подумаешь, один раз максимальная. Только одна низи не могут снять, я не помню. Минус 30 максимум. Короче говоря, покурите минуты 3, иначе раз ДК уже освободится. Просто низина орать, это же где флаги носить, или это где захват? Где захват точек. Ну это долго будет. Но он написал 3-4 минуты. Качков лучше. Не 5 минут, а 3 минуты. Сейчас у него уже закончится БГ, ну, не выигрывает. Пишет, если что, замена есть у него. Да Кашку уже почти выиграл, сейчас он уже будет тут. Я тоже подогнать могу, если что. Кого? Провокатора. Он добит за стрима и не дамажится, забей. Что там ВВК порталы, да, надо бить на Джаракс? Все надо бить. Порталы, вулканы, все надо бить. А еще и станет, это вообще круто. Ты же РПА у нас. Тут на зверях что-то есть, что-то такое новое? Ничего. Первый босс, в принципе, стандартный. Ну, троечка. Что-то был давно. Ты чё, ракушка, блядь, ни разу не был в ЕВК, что ли? Ну раз, точно был. Кто его сюда взял? Кикайте его, блядь. Кикаем нахуй, сейчас заменяем. Может, его Мила там подойдет с магазинов со своих. Ага, блядь. Ну, барак самый тяжелый, блядь. Вот это вата будет. Ничего он не тяжелый. Просто танки забирают, трэш и все. Присты есть, в принципе. Причина АФК. Два топовых приста вас хилит. Если что, один топовый самый тяжелый дамажит. Будет, скорее всего, чимпа. Там не хил ваш, а шаков, наверное, скорее. Контроль всего. У нас есть. Хилы в порядке, никто, по идее, упасть не должен. Как назад, но у меня просто нет холика. Вообще, в принципе. Лучше третий раз, чем ноль. Ну что, спим, принимаем вообще. ФКшеры у нас вот образовались, как обычно. Так, а демоны есть? А то для меня слухи дошли, что у вас демонов нет. У Локи есть демон. Они то есть, то нету. Это хуёво, наказывать надо. А у нас есть Локи, который может спекнуться в случае чего. Да, Локи может демона показывать. У нас все проще. Шейн утонул, сидишь на демоне. Еще раз, Рчен АФК. Шейм лутанул, демона устал, хули. Меня уберите только. На удачу. Кладбон, Войд, Полина, вы где? Вас там хоть не гидромедра собирает, я надеюсь. Он уже забрал. Забрал уже. Войд, Кладбон. Баны АФКшеры.
Кот Бон. Кот Бон фусанул. Только воя дождем, вот хамство, да? Хамло. Тихо, он расстанчик. Ауру нормальную поставьте, уберите этого коня ебучего. И снова на АФК. Да КП пора ему давать уже, блядь. Войт спит. Чё, всё он тут? Да вон, очухался, да? Короче, танкуют Войт, Мидартини, когда черви вылезут, Войт ты левого, Мидартини правого. Когда Мидартини будет выносить дебаф для разморозки рейда, Кладбон перехватишь правого черва. Запускай босса. Ответственность кладешь на гаджета. Добро пожаловать, герои! Вы услышали призыв серебряного авангарда и без колебаний откликнулись. Я видел и более достойных соперников в багровом круге. Ты напрасно тратишь наше время, паладин. Из самых глубоких и темных пи***ли. Бой, герой! Солдарам это было на грани. Флага мы кота. Да.
Толдорам, повнимательнее за войдзоном. Если ты зафейлишь подвиг, я думаю, ты в курсе, что с тобой будет. Там приз спас же, да, этим говном? Да. Знаешь, что с тобой будет? Вот видал, как Элиму какулю сделали, на? Ты какулю станешь, ты? Вот ты такой же какулю станешь. Инферналов есть, что банишь. Вот, сука, не упала, да? Обида. В следующем бою вы встретитесь с могучими рыцарями серебряного авангарда. Лишь победив их, вы заслужите достойную награду. О, да? На МП5 тренька падает. Они хотели запятнать честь Альянса. Они пытались нас оклеветать. Я требую справедливости. Тирион, позволь моим чемпионам сражаться вместо твоих рыцарей. Мы бросаем вызов Орде. Хорошо, да будет так. Сражайтесь с честью. Сражайтесь во славу Альянса, герои, во имя вашего короля. Это было лишь пробой того, что ждет нас в будущем. За Орду! Роги, коллеги, давайте-ка, наверное, ПВП оденем. Во избежание. Приоритет цели, это значит череп, крест, луна. Палы, значит, следите, кого бьют милики, в случае чего сразу бог. Драгон, давай тоже в танка. Кладбон тоже в танка. Миликов разберете. Я могу тоже в танке. Нет, ты с фисяла будешь тянуть в рейд. Старайтесь рекомкастку не сделать кто-нибудь. Значит, Медартини твой рога, Войд. Твой, я думаю, будет... Янг, Шаббат. Драгон, твой Шопл. Кладбон, а ты будешь с ДК возиться. Рчо на пул. Про контроль не забываем. Значит, Йотун, Ханта даешь первый грипп, потом Фися уже дальше тянет.
Сяо, ты здесь? Гера, 3 минуты ждем, да? Ну, можешь подождать, в принципе. Покурите 3 минуты. Открываем стрим Mortal Kombat 2, называем бойца. Да стрим Mortal Kombat Ultimate, это говно. Блять, 200 голд. Мы раньше там проходили, чтобы поиграть, в курсе вот это, в игру. Какой боец? Вверх старт нажми, там рандом должно, по-моему, выбирать, если во втором работает. В Рестлманию играл? Не. Там, блядь, я Доин, там, Рестлман. Файт! Бам-бам, тяжело. Нет, не курсил. Бам-бам, тяжело! Там графа отображения персонажа. Не, я про Рестлманию. Мне на Соньке 4 больше нравится. Блять, это все равно, чтобы мы спорили, блять, как пишет подрочить, блять, а ты на пробабу начал раскидывать. Сука, это круто было. Блять, не знаю, жену я сколько стал. Он ему снизил ДПС. Чем снизил ДПС? Вот первый пал, второго, блядь. Че там, КД спал? Прорыв закончился, делаю верчем. Да ничего он ему не дал, как будто я остался. Алдарам, ты сейчас вообще чуть на первом боссе не отъехал. Ты давай, осторожнее. Чего на первом боссе не отъехал? Я ж смотрю за своим хп. Ты чуть не сдох, тебя приз засейвил. Еще я в шипы хилил. Верчен АФК. Томский водитель в курсе этот? Следующая остановка. А, вот она. Аж да? Все классы используют. Твои элементы контроля обязательно. Не проебывайтесь. Милик, если видит там на какую-то тряпку или на хилат бежит милишный чемп, пытайтесь таунтить на себя. Давайте танки, влетайте. Первый грипп ханта Йотун, второй Фисяо. Бладласт. Короче, бомжей даю, чтобы, блядь, тряпок не носил. Спел стан. Куржите. Бегите отсюда, а тайфуны работают здесь? Дай тайфун хоть. Этих пидоров. Бейте каз, блядь, от меня.
У меня КД. Пил череп крест, да? Череп крест луна. Резист съебывай. Позор мне. Пиздите с него, Фридом. Все уже можно не пить. Эрк. Кир, сбеги. Рогу убиваем. После роги по Энху. А на ПДК играем, Энхам далеко от нас. Откиньте этого. Порш. Тоже манны нету, блять. Венха. Не знаю, мне Венха, да? Он длиннейший, да? Первара. Все, шанс новый ДД. Сегодняшних потерь мы стали слабее, как целое. Погоди, сейчас посмотрим, что у нас по ловцам. Розовый, ты не офис, а потом попиздеть надо. Лишь сплотившись, вы сможете пройти последнее испытание. Из глубин ледяной короны навстречу вам поднимаются две могучие воительницы плети, жуткие валькиры, вражков танка. Пусть состязания начнутся!
Значит, Войд на белый, Медардини на черный. Кладбон в танке ловит сферы справа от рейда. Враск сзади рейда. Сзади это где, на, где выход? Видишь меня? Берешь белую сферу и вот позади рейда собираешься. Драгон, ты слева. Белую. А, ну, белую. Спокойно надо собирать, примерно. И слева. Когда рейд берет белую сущность, ловцы берут черную сущность. Все просто. Че на пул? Кирс? Фулл танк. Во имя темного повелителя, во имя короля лича, вы умрете. В могуществе Орды, паладин, мы примем любой вызов. Чё-то сегодня потреним не очень бы. Классика жанра. Значит, на Анубе у нас в танках. Войд, Медардини, Драгонсон, остальные в ДД. А что будет с ДК, который сейчас лидисты хоть прожмёт? Я его с гильдии кикну, нахуй. А я его приму и кикну, нахуй. Или вы байтите гаджета, на хуйню не надо, пожалуйста. Не надо. Не делай этого. Фрос, братишка, кинь мне перо. Пиздуйте, ДК тупорылый, блядь. Сейчас же как наебёт. Если ты не сдохнешь, если наебут, то тот другой сдохнет. Гаджи, сейчас расскажем, что делать, все хорошо. Что, сдох, что ли, кто-то? Пока никто не сдох, но у нас нет доверия ДКшкам. Бля, братишка, а то есть шаманы, блядь, уже разучились мазать этим маслом. Обнови перо, братан, обнови быстрее, по-братски. Сейчас кто-то упадет именно в текстуру, которая убивает. Чекать. Все, кидайте лед быстрее, лед, мужики. Как хорошо друга мага иметь. А ты лисишь в воздухе тебе? Кто же пропадут, даже... Да, ну можешь тринки проебать. Нет, мне стакнуть надо. Значит, один лёд обязательно под босса.
вторая льдина, приблизительно в 3D-метке крест. Драгонсон танчит двух жуков. Соответственно, ориентировочно в метке крест, где будет вторая льдина. Этих жуков сливают РДД. Гнев небес, сам дашь подкаст. На боссе, значит, Войд и Дартини, ты два моба слева. Ну, точнее, если смотреть на босса лицом, то справа, получается, два моба идет. Ты подводишь их под босса и танчишь. Фредерики, соответственно, стан с вас. Под Бладластом будем бурстить. Соответственно, перефазы быть не должно. Если будет, свои сейвы никакие не используем. И выйдет только через льдины. Короче, на пул. Так, извини, а кто еще раз на боссе? Войд? Да. Заебись. Тут же тема с Бобом работает. Кто сферы сбивает? Еще кто раз. И выйдет, Боб. Если будет перефаза, шипы и выйдутся только на льде. Никаких бопов, уходов в тень, никакой такой хуйни. И, по-моему, ускоряются, да, из-за этого говна? Да, могут. Пул по отчету. Bloodlust. Подальше одну сферу разбить для драгон. Блять, для драгона разбейте. Драгон, сбей. Севадов. Закопался. Драгон, двоих держи, где РДД кэмп. Кто потроит? В ДДшке сливайте трэш активнее у драгона. Каз сбить обязательно. Рекорд. Отлично, блядь. Итак, два Редрика, которые находились под боссом. Вы понимаете, что вы запороли подвиг? Добро пожаловать на испытание крестоносцев. Соревнования... Мы не получили подвига, да? Нет, конечно, касту сбить мозгов не хватило, когда это еще и заранее проанонсили. Да ему не отслеживает никто. Даже надо мозгов побольше.
повторение этой хуйни на следующем. Когда приходим в следующую пятницу, всем спасибо. Можно просто за тренинг ходить. Как объявление на ЖД вокзале. Поезд из вагонов отправляется. Стоите за путем. А он в смысле стреляет этот моб или что? Он прыгает, блядь. Он просто телепортнулся и дал мне поебало. Вот и все. А, так это ты, блядь, во всем виноват. Пошли по пизде. Что ли, нас? Выравнивай, а я виноват. Пошли по пизде, что-то хотел. Пойдем. Еще, короче, Драгона прими обратно в гильдию и ему начать.